один волк сказал по поводу нашего нового фонтана в Херсоне, что кто пройдется среди подводной стихии, те смогут исполнить свои желания. Особенно это касается тех, кто ищет свою пару, и тех, кто требует дополнительной энергии своему телу. Ну и, естественно, верит в религию, которая была всегда на этой земле, до того, как сюда пришли палестинцы. Это место давно тут уже в Херсоне людное. Видите, памятник как было до революции, после. И тут когда-то в свое время хорошее было время для служений, вид хороший был на Днепр, были славянские святилища. Ну а в конце посмотрите славянские символы, может где-то в подсознании у вас что-то проснется, что-то вспомните, потому что земля любит свою веру, а не чужую.